те чувства, которые вы будете испытывать, это будет чувство, которое от вас останутся на всю вашу жизнь. И вы всегда будете говорить, что я участник марша кремлевских курсантов. Самое главное, чтобы вы помнили, и когда уже уйдете с нашего училища в большую жизнь, что даже вот этот марш для вас всегда будет важен теми ощущениями, чувствами и памятью, которая будет заложена в вас. И вы не допустите и обеспечите безопасность нашей страны. 6 числа училище было поднято по тревоге артиллерийских батарей. 83 курсанты и офицеры училища Надо еще идти судорогой мускула, натянутым нервом связано... Приказываю совершить военно-исторический пеший протяженностью 85 километров марш кремлевских курсантов. На всех привалах, командирам...